От захоронения к полной переработке. В Московской области создана уникальная для России многоэтапная программа перехода к современной технологии по утилизации отходов. Итоги работы подвели на пресс-конференции формирования новой системы обращения с отходами в Московской области. По словам заместителя председателя регионального правительства Евгения Хромушина, новая система основана на тщательном разделении мусора. Благодаря новому подходу заводы, которые сейчас строят, смогут получать ценный ресурс из твердых коммунальных отходов. Вся наша задача в перспективе 5-7 лет выйти на практически нулевое захоронение. Исключая проблемы, которые могут вызвать при сгорании стекло, органика и прочие фракции, ненужные для сгорания, производиться будет из них тепловая энергия и электричество. Ну, конкретно на заводах Московской области электрическая энергия. Не останутся без внимания и старые полигоны твердых бытовых отходов. Их в перспективе планируют рекультивировать. По подсчетам, Москва и Московская область генерируют почти 20% твердых бытовых отходов в стране. При этом площадь регионов занимает 0,16% от площади Российской Федерации.